Так, 28 апреля 2024 год. Много вообще по поводу Китая начали писать. О том, что Блинкен там что-то угрожал, что если не прекратит Китай помогать Российской Федерации, то меры будут предпринимать Соединенные Штаты. И якобы там Си послушал, Пусси Райот. Пусси Райот. Помните такую группу Пу? Мистер Пу, Путин, мистер Си из Китая, Райот по-английски это восстание. Пусси Райот, восстание Путина. Пусси Райот. По-английски пусси это совсем другое слово, но я сейчас не буду тут уточнять. Так вот, а мне пишут в комментариях, что товарищ Си послушает и будет делать по-своему. А я говорю, что не будет он делать по-своему. Вот. Потому что товарооборот рекордный. России с Китаем 240 миллиардов долларов, а товарооборот Китая с Евросоюзом и Америкой 1,5 триллиона долларов. Понимаете разницу? 0,25 триллиона долларов и 1,5 триллиона. То есть это в 6 раз больше. Если там тяжело что-то кому-то понять. Как вы думаете, может Си игнорировать? Си не как нота, а как председатель этого КНДРа. Этого не будет. Я еще раз говорю, мне полтинник, и я прекрасно помню, что Китай в моем юном возрасте, в юности моей, это были термоса и махровые полотенца. Все. Вот это весь Китай. Как поднялся Китай? За счет того, что Америка поверила, когда конфликт на острове Даманский. Помните такое, когда на Советский Союз напал Китай? Все говорят о том, что последний там нападал на Советский Союз, это Гитлер. Но нет, как-то был еще такой эпизод, когда на Советский Союз нападал Китай на остров Даманский. И, между прочим, одержал победу, потому что, блин, остров Даманский и фактически оставался за Китаем с того момента конфликта. И по факту уже в 90-х годах, а может уже даже, ну, короче, после развала Советского Союза, официально подтвердили, что Даманский это теперь территория Китая. Не в курсе были, нет, расисты? Посмотрите, поинтересуйтесь. И Китаю предоставила, когда там Киссинджер, помните, вот сдох недавно, Киссинджер ездил туда, в Китай, смотрел, рассказывал о том, что, во-первых, надо одна семья, один ребенок, это тоже, кстати, американская, это самая подсказочка Китая. И второе, это то, что убедился, что Китай будет против США, и открыли рынки свои, Соединенные Штаты открыли рынки западного мира в глобальном смысле. Для китайцев, что позволило вот этому населению начать работать, настроить заводы, пароходы и так далее. Экономическая лекция будет, ну ничего, раз уж сейчас так все говорят, что Китай там поможет, за граница нам поможет, да? Поможет вам Китай, сейчас он с машинами сильно помогает, ноют все, блин, там, от Собянина до не знаю кого, что экономическую войну Китай ведет против Российской Федерации. И Америка всегда так, если она видит, что союзник, допустим, Южная Корея, открывает свои рынки, для южнокорейцев. Вы можете сравнить сейчас Южную Корею с Северной? Вы знаете, что у Северной Кореи в 78 году, по-моему, был ВВП больше, чем у Южной Кореи. Как сейчас, там люди с голоду дохнут. А там, блин, это какая там, не знаю, пятая, шестая экономика мира, при том, что там население фиг да нифига. Открывают рынки свои, если верят в то, что действительно союзники будут помогать. Теперь представим, что закрывают. Вот что-то не понравилось там Соединенным Штатам. Я совершенно их не идеализирую. Господи, мы 7 месяцев сидели по окопам, блин, без снарядов, без помощи, блин, нафиг Америке. И матом крыли и Байдена, и Трампа, и всех их вместе взятых. Ну, спасибо, что помогают. Конечно, они решают свои вопросы. Это наша проблема, что мы там с Россией воюем, да, что мы пытаемся сохранить свой суверенитет, независимость от России, то есть, ну, хотя бы, чтобы Москва не могла нам командовать, ставить строй, послать там Польшу, захватывать и так дальше. Да, ну, это наша проблема, действительно. Кого наши заботы там заботят, извините за тавтологию. Но США решает свои вопросы. И сейчас вот представьте, что по каким-то своим вопросам США говорит, что, ребята, а мы перестанем там запретительный какой-то тариф вводим на китайскую продукцию. Может такое сделать? Может. Сейчас у нас не эксклюзивно Китай производит. Там есть у нас Тайвань, который производит компьютерные какие-то компоненты. Есть у нас Япония, есть у нас Индия, ну то есть у Америки. Да? То есть есть где взять что-то альтернативное. Подороже, но ничего страшного. Я думаю, пойдет на это.
Если так произойдет, то Китай вернется назад к термосам и к махровым полотенцам, если не ниже. Сейчас у них там каждый пятый безработный молодой человек, да, насколько я знаю. Сейчас у них дефляция. Вы знаете, что такое дефляция? Дефляция – это хуже инфляции. Инфляция, когда денег много, они дорожают быстрее. То есть ты утром получил зарплату, пока добежал до магазина, там уже продукция подорожала. Да, кажется, что это страшно-страшно, но дефляция гораздо хуже. Потому что дефляция – это когда ты получил зарплату там $1000, грубо говоря. Если ты посидишь недельку, то у тебя мотоцикл будет стоить не $1000, а 900. А если две недельки посидишь, то 800. Вроде отличная ситуация, правда, для потребителя. Но если вы живете за счет заводов и экспорта, то у вас просто становится все. Никто не покупает вашу продукцию. Все ждет, что оно еще подешевеет, потому что знают, что деваться вам некуда, вам надо ее сбывать. Так что с Китаем там вот это вот Evergrande грабанулось 300 миллиардов. Evergrande — это строительная компания в Китае, которая грабанулась, обанкротилась. $300 миллиардов. Только шух и нема. Это весь товарооборот, блин, нафиг, России с Китаем, плюс еще $60 миллиардов. Понимаете? Так что там далеко не все так весело. Китайцы сейчас почему приезжают, Си Цзиньпинь, блин, куда он там, в Сан-Франциско он приезжал. Там чуть ли не скандал был, что он пытался встретиться быстрее с с предпринимателями американскими, чем с Байденом. Ему там сказали, ты что, вообще не по протоколу, что это такое? Но ему важно было доказать, ребята, не бегите из Китая в Индию, оставайтесь у нас там теряются рабочие места и все остальное. Стареет население, потому что хороший советник Киссинджер тогда насоветовал одного ребенка, одну семью, сейчас у них поколение, в котором молодежи гораздо меньше, чем пенсионеров, там, людей прикладного возраста. Все будет нормально. И по поводу оружия, значит, я уже долго, да, ладно. По поводу того, что оружие не делает Украина. Как не делает? А Богдан их кто делает? А миллион этих квадрокоптеров-беспилотников кто делает? Вы понимаете, что такое Украина? Украина — это Сикорский, Украина — это Глушко, который там с ракетами. Украина — это Королев, который с ракетами, да? Понимаете? Украина — это я, рабочий. Вот я в своей жизни, блин, больше рабочей должности ничего не занимал. Выше должности. Мне захотелось там сделать аэробайк. Я его на 3D принтере спроектировал, сделал одноосный, чтобы не было там реактивной этой самой ротации, как это называется, реактивного момента, чтобы избежать. Одноосный сделал, распечатал себе вертолет, педальный. Конечно, он там, ну то есть просто ради того, чтобы ради интереса. Так я рабочий. Вы представляете, что наши инженера могут сделать? Вам кранты, расисты, блин. Вы будете себе в лаптях вот этих эксклюзивно узкоспециализированные лапти, блин, нафиг, и пить березовый сок с мякотью. Мы в этом вам поможем. Вам, конечно, будет получше, чем в Северной Корее. Все-таки у вас страна побогаче там. Но, блин, вы и потупее, честно говоря, чем северокорейцы. Все буду Украиной.